У нас, кстати, животик вырос. Он растет, ребят, именно в длину. То есть не в ширину, а в длину. Вы видите, да? Я как бы тонкий, но живот у меня длинный и толстый. Всем привет, ребят! С вами Илюша. И сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Roblox. Сегодня у нас симулятор толстяка. В итоге, смотрите, какой я сейчас толстячок. Я всего лишь набрал Fat Power 4. То есть я съел 4 кусочка вот этого гамбургера. И уже у меня появился животик. Хотя я сам по себе еще тоненький. Ну что ж, это, в принципе, ребят, как кликер. Получается, просто тупо кликаешь и растешь. Поэтому давайте будем сначала выяснять, что у нас больше дает, конечно же, наши fat power, то есть силы жира. И что ж, я вижу то, что вот этот энергетик, или что это такое, кола, может быть, дает нам всего лишь по 1 единице fat power. А что насчет чизбургера, сколько он дает нам? А чизбургер, ребят, в принципе, дает столько же, всего лишь по 1 единице. К сожалению, маловато, это, конечно, жалко. Но ничего, я думаю, в принципе, потом мы найдем какие-нибудь другие приколюхи и будем лопать более крупные гамбургеры, которые нам будут давать больше fat power. Ну что ж, смотрите, пока я разговаривал, уже у меня 43, 46, уже 47, 48, 49 и 50 fat power есть, ребят, это четенько. И тут, смотрите, у нас лежит какой-то гамбургер, но, к сожалению, я не могу подобрать. Я думал, что тут можно его подбирать, но вот таки нельзя. Так, ну что ж, а я могу что-нибудь вообще купить? Допустим, хот-дог. Как его купить? А, это все, ребят, за робобаксы. Мы будем честно играть, поэтому будем от самого дна брать и подниматься. Надеюсь, что на сотом все-таки фэтпауэре нам уже что-нибудь новое откроется, потому что так бегать чисто по 1 единичке вкачивать, это, конечно, ребят, очень долго. Так, и давайте вообще рассмотрим карту, посмотрим, что у нас тут такого интересненького есть. Так, ну, вообще, по сути, просто тупо дома, и вот впереди нас есть какие-то скины, что ли, да? Это вроде бы, как я понял, штанцы. Да, сейчас рассмотрим, что за штанцы тут можно приобрести, и сколько они вообще стоят наших фэтпауэров. Как я понял, можно за 200 фэтпауэров купить вот такие штаны, они какие-то типа камуфляжные, что ли, да? В принципе, когда-нибудь мы их купим, но пока что нам надо и наоборот fat power копить, потому что его слишком мало. И что ж, ребят, у нас уже 101 fat power. У нас, кстати, животик вырос. Он растет, ребят, именно в длину, то есть не в ширину, а в длину. Вы видите, да? Я как бы тонкий, но живот у меня длинный и толстый. Это, конечно, странненько. Воу, ко мне чувак подошел и пукнул. Чувак, ну ты вообще даешь, невоспитанный какой, а? Ну ладно, хрен с ним. Значит, что мы сейчас делаем? Я, в принципе, думаю накопить 200 fat power и попробовать купить штанцы. Может быть, они нам будут давать что-нибудь прикольненькое. Смотрите, что я нашел. Belly бонус. Да, смотрите, теперь я тоже могу пердеть. Капец, это типа ускорялка, но веселая ускорялка. То есть я и пукаю, и ускоряюсь, и веселюсь одновременно. Это, конечно, классно. Так, ну что ж, в принципе, пока что мне сейчас ускорялочка моя не нужна. Я хочу просто тупо толстеть, толстеть, еще раз толстеть. Потому что моя задача, естественно, тут быть самым толстым. И просто тупо бить всех. Потому что тут, смотрите, у нас тоже есть панч. И давайте попробуем сейчас, допустим, вот с этим чувачком сразиться. На, чувак, получай, получай. Все, ребят, отличненько, я его убил, и в итоге, в принципе, мне ничего это не дало. То есть, просто тупо тут убивать можно, но нету от этого смысла. Я думал, хотя бы тут будут давать какие-нибудь очки в виде fat power, а в итоге ничего, ребят, вообще просто тупо ничего. Смотрите, это вроде бы тот чувак, которого я побил, да, или нет? Не, ребят, это не он. Так, ну что ж, ладно, хрен с ним. Давайте дальше продолжать толстеть. У нас уже 160 fat power, это, конечно, хорошо. И что у нас тут такого интересненького еще есть? Так, смотрите, какой скин можно купить за 35 побед. Смотрите, где-то тут есть боксер Кловис, значит, тут можно еще сражаться, в принципе, как боксеру. Это, конечно, классненько, но где, интересно, находится этот сам ринг? Потому что, ну, где-то же надо сражаться, ребят, но потом, думаю, сейчас мы обязательно это выясним. А пока что я просто тупо побегу вот в тот конец карты, посмотрю, что там интересненького такого, потому что тут мы рассмотрели все, и тут довольно-таки классно. А, ребят, смотрите, все, я нашел, где находится эта штука, где находится вот этот наш ринг. Давайте сейчас тогда мы к нему попердим и в итоге посмотрим, как там вообще можно сражаться. Воу, смотрите, гамбургер летит. В смысле? А как он гамбургерами пуляется? А я могу, допустим, его поймать? Ребят, давайте попробуем это сделать. Так, кинь мне еще гамбургер. Я надеюсь, он у тебя какой-нибудь не взрывающийся. А то, ребят, сейчас поймаю гамбургер и в итоге просто тупо помру. Во, смотрите, вот гамбургер. Ну, давай, чувак, давай в меня гамбургер. Чё-то, ребят, он вообще какой-то косой, он все пытается в меня попасть, но в итоге ни хрена. Ну, чувак, давай, прям в меня. Кинься гамбургером.
А, да, ребят, смотрите, все-таки это гамбургер плохой, и он его использует как какое-то ядро. Так, ну ладно, хрен с ним, давайте тогда сейчас я пойду дальше кушать наши чизбургеры и еще куплю, конечно же, себе штанишки, потому что мне интересно, что они вообще мне дадут, помимо скина. Если, конечно, они дадут мне еще какую-нибудь дополнительную приколюшку, типа плюс 2 к прибавке Fat Power, то это будет вообще, ребят, замечательно. Ну а так, в принципе, со скином тоже будет довольно-таки прикольно. Так, ну что ж, кушаем, кушаем, пьем еще вот эту газировочку. Может быть, с газировочкой у нас получше все пойдет, потому что, смотрите, мы сухомятку все едим, чизбургеры, а с газировочкой не запиваем. Так, где у нас, кстати, штанишки за 200 Power? Вот, ребят, все, отлично, я их вижу. Давайте сейчас мы их попробуем купить. Надеюсь, у нас все-таки это получится, и в итоге они дадут нам какую-нибудь приколюху. Так, ну что ж, носить. Воу, стоп, я даже не успел нажать. Меня просто тупо чувак подошел и убил. Ну, чувак, зачем ты так сделал-то, ё-моё? Я хотел подкупить все штанишки, а в итоге, ребят, ни хрена не успел. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас я, в принципе, допержу до тудова. И в итоге куплю их. Вот и, в принципе, ребят, я допердел до сюда. И давайте сейчас нажмем вверх, чтобы их носить. Так, ну что ж, давай. Я выбираю носить их. Как? Как мне их купить, ребят? Чё за фигня? Эй, у меня есть 200 фот пауэра. И как мне вас выбрать, а? Смотрите, ребят, я даже не могу этого сделать. Чё за фигня? Чё за подстава? Ну ладно, хрен с ним, давайте тогда сейчас будем просто так бегать, хотя бы без штанов, но просто будем копить тупо наш жир, потому что мы должны быть толстыми-толстыми. И кстати, если обратить внимание, то я уже где-то в середине списка наших игроков, это довольно-таки классно. И что я вообще еще могу купить прикольненького? Я хочу купить хот-дог, либо еще что-то. Ну это за робобаксы, так, вот тоже за робобаксы, 2 X-бургер за робобаксы, донат тоже за робобаксы, и все, короче, тут, ребят, за робобаксы. Как же тогда достичь чего-то нового, я, конечно, ребят, не понимаю. Может быть, попробовать вот этот бургер ударить? Может быть, все-таки у нас получится потолстеть? Так, давай сейчас я выберу панч. Вот сейчас припердим сюда и бьем бургер, бьем бургер. Нет, ребят, ничего не происходит, вообще ничего. Я думал, все-таки у нас что-то получится хотя бы взять, выбить этот бургер и получить двойной бургер. А в итоге все-таки все так же. Ну ладно, не отчаиваемся, давайте сейчас мы попробуем набрать 500 Fat Power'а. И посмотрим, что нам вообще дадут за это. Наконец-таки, ребята, я понял, как нам купить скин. Надо было просто тупо нажать на одну же циферку, на которой ты сейчас находишься. И в итоге у нас такая вот кнопочка появилась. Я нажал на нее. И в итоге все, у меня теперь вот такой прикольненький скин. И что-нибудь он нам дает классненького? Ничего, ребят, он нам не дает. Просто тупо скин. А так, как у нас Fat Power прибавлялся, так, ребята, и остается все. Поэтому тогда будем бегать вот таким военным. У нас, кстати, уже 432 Fat Power. Я пока что вот в мини-серии накопил его, и будем сейчас апаться до 500, потому что я поставил себе такую цель, и надо ее, ребята, обязательно добиться. И, кстати, пока что я вот буду апаться, надо бы еще подраться как-нибудь, да, с кем-нибудь. Так, чувак, иди сюда. Так, получай, получай. Все, ребят, смотрите, с трех ударов его зафигачили. Вот это да. Стоп. А, в смысле? Меня невидимка убила, или что это? Что это сейчас было, ребят? Как он меня убил? Как я понял, меня убил, скорее всего, тот чувак, но он же был уже мертвый. В смысле, это как-то, ребята, очень странно на самом деле. Так, ну ладно, может быть попробовать забежать в какой-нибудь магазинчик? Так, я могу сюда забежать? А не, ребят, смотрите, я уже настолько толст, что я даже пройти сюда не могу. Это, к сожалению, фигово, но ладно, ничего, в принципе. Сейчас попробую найти какой-нибудь более большой магазин и зайти в него. Может быть, там какие-нибудь есть приколюхи, которые можно купить за Fat Power. Так, ну а тем самым временем у нас, ребят, уже 469 монеточек, и это очень даже классно. Так, а это что это у нас такое? Are they here? Ничего, ребят, не нажимается. Так, жалко, конечно, жалко. Ну ладно, продолжаем, продолжаем еще тогда мы кушать и питаться нашей колой. Так, воу, чувак, ты что, охренел? Вот, получай, получай. Давай, иди сюда быстрее. Сейчас я к тебе припержу. Оу, он еще меня убил, ребят. Капец, как он умудрился это сделать? Ну ладно, хрен с ним, мы сейчас просто тут продолжим качаться, и в итоге на нашей такой большой массе мы ему все-таки отомстим. Мы должны его отомстить, я запомнил, как он выглядит, и его ник. Он, кстати, побольше меня, по идее, по Fat Power, потому что у него 545, а у меня 480, ну, 9, уже 490. Так, ну где ж ты, чувак? Во, смотрите, это, кажется, он, да? А, нет, это какой-то другой чувак. Так, тихо-тихо. Драться хочешь, да? Получай, получай. На, на, чувак, получай, получай еще тебе люлей. Блин, смотрите, какой он толстый. Этого чувака навряд ли я бы убил, потому что у него аж 823 павера. Это на самом деле очень жестко. Воу, а как я сразу же умер? Я даже не успел появиться, я уже, ребят, умер.
Что за подстава? Вот, все, наконец-таки. И что ж, ребят, смотрите, у нас уже 500 Fat Power. Это, конечно, очень классно, мы уже такие довольно-таки толстенькие. И мне кажется, или у нас уже начинают немножечко толстеть ноги. Это тоже большой прогресс для меня, и мне это нравится. Так, а что у нас тут чувак делает? Ага, смотрите, качается тут в крысу, да? Все, получаю, чувак. Отличненько, ребят, я его убил. А если я, допустим, с этим гамбургером стану, он будет мне как-то побольше добавлять? Не, ребят, тоже ничего такого не происходит. И напишите обязательно в комментариях, если вы знаете, как тут, в принципе, что-то повышать, как все-таки прокачиваться быстрее, то жду от вас комментариев. Ну, а мы давайте сейчас еще, наверное, апнем Fat Power, наверное, штучек 10. Попробуем, кстати, еще убить вот этого чувачка. И, думаю, на этом мы уже закончим. Так, смотрите, у меня еще открылся Belly Roll. То есть, смотрите, я вот так могу ползать, да? Так, чувак, получай. Все, отличненько, мы его замочили. И это мне нравится. То есть, мы ему отомстили. Это классно. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас еще... Вот, давайте того чувачка попробуем лопнуть. Если, конечно, получится. Потому что, мне кажется, он какой-то здоровый парень, да? Так, ну иди сюда, иди сюда. Да, смотрите, это аниме какое-то. У него 1100 панча. Так, давай, давай, получай, чувак, получай. На, еще тебе люлей. Получай, на, на, на. Ребят, такое чувство, будто он вообще меня не трогает. А, о, все, теперь все-таки он меня ударил. Ну что ж, думаю, на этом можно заканчивать. Вот так мы поиграли сегодня в Roblox в режим симулятора толстяка. Если вам понравилось, то пишите обязательно в этом комментарии и ставьте лайки. Ну а с вами был Илюша, подписывайтесь на канал. Всем пока!